Национального лицея как признание в любви «Альма-Матер». И вот текст и музыку обязаны знать даже самые младшие ученики, первоклассники. В этот торжественный день в актовом зале школы большое событие. В рядах учеников Бурятского лицея – пополнение. Звание лицеиста заработать нелегко, и для того, чтобы стать им, нужно много заниматься. Но важно не только получить это звание, его нужно постоянно доказывать. Доказывать своими знаниями, делами и поступками. Одним словом, звание лицеиста – это каждодневная работа над собой. Этого дня ученики ждали с трепетом. Каждый класс подготовил свою программу выступления. Красочные национальные костюмы, сценки на бурятском языке и, конечно же, самый народный танец – йохар. Носить гордое звание лицеиста первоклассников научат их старшие товарищи. Ученики девятых классов подготовили концертную программу, а еще напутствие. Сегодня три первых класса получили официальное звание лицеиста. Первоклассники дружно дали клятву быть хорошими учениками, спели два куплета гимна школы и выступили все очень хорошо. Зоя Цединшеева, Алексей Жилин. Новости дня.